С начала августа в коллективе солигорских следователей пополнения к службе приступили молодые специалисты. Даниил Олешкевич окончил следственно-экспертный факультет Академии МВД, годы учебы в которой, несомненно, останутся в памяти молодого человека. Ну, волнение было непосредственно перед тем, а наберу ли я балл нужный, чтобы пройти туда. И самое, ну, конечно, тяжелое – это военно-врачебная комиссия. Все же по здоровью надо быть идеально здоровым, без этого никак, как физически, так и психологически. Касаемо физической подготовки, в Академии МВД готовят действительно очень хорошо в этом плане. То есть даже тот, кто не делал одного подтягивания, уже спустя какое-то время будет делать целых 25. Постоянно проводятся спортивно-массовые мероприятия, то есть работа в этом направлении идет очень даже хорошо. Солигорск, в котором Даниил никогда до службы не был, приятно удивил. В первую очередь выбор пал на Солигорск в связи с непосредственным семейным моим будущим положением. Однако хочу заметить, что город очень сильно обрадовал как раз-таки своей инфраструктурой и уровнем жизни, в принципе, в самом городе. То есть в небольших маленьких городах ты сталкиваешься, как молодой человек, с такими трудностями, как где провести время, ну или еще какие-либо нюансы. А Солигорск – такой универсальный город, который, в принципе, очень удобный для непосредственной жизни. И как раз-таки в нем есть все необходимое, чтобы комфортно как бы работать и создать свою будущую семью. Коллектив принял нового сотрудника радушно. В помощи, если она необходима, никто не отказывает. Обучают и подсказывают. По поводу помощи молодым специалистам помогают все, без исключения. Самый весомый вклад, конечно, в мое становление как молодого специалиста оказывает мой непосредственный наставник Русак Дмитрий. Даниил Олешкевич уже работал на дежурстве. В составе следственно-оперативной группы выезжал на происшествие по факту смерти человека. Волнение было связано с тем, что по приезду на место происшествия ты никогда не знаешь, что тебя непосредственно ждет. И уже только приехав туда, ты начинаешь только оценивать все то, что там произошло. А окончательного решения ты как бы сразу и не знаешь. Поэтому, ну, это в большинстве случаев иногда остается загадкой, что же там произошло и как это все случилось. Но потом, в ходе уже непосредственно осмотра места происшествия, после отобрания каких-либо объяснений, уже проявляется картина всего произошедшего. Молодой специалист мотивирован на свое дальнейшее развитие в профессии. Поэтому его старшие коллеги уверены, у него все получится.